Дорогие друзья, всем привет! Хочу сегодня с вами поговорить о такой важной теме, как научить ребенка читать. И поделюсь сейчас с вами своим небольшим секретиком. Есть вот такие замечательные кубики Зайцева. Я их очень обожаю. И когда-то свою маленькую дочку я научила читать по этим кубикам. И с учениками, конечно же, тоже я работаю по этой методике обучения чтению по Зайцеву. Посмотрите, пожалуйста, в комплекте вот такие кубики и таблицы. Вот такие таблицы я вешала на стенке, и мы с дочкой, когда она была маленькая, читали, я указкой показывала на слоги, и мы читали каждый день. Бу-бо-ба-бе-бы-б. Бю-бю-бя-бе-би-бе. И так нужно заниматься каждый день. Читать слоги по таблицам и играть с кубиками. С помощью этих кубиков можно составлять разные слова. Посмотрите, пожалуйста, звонкие. Посмотрите, какой звук издают звонкие, согласные, да? И глухие. То есть ребенок уже с такого возраста учится различать звонкие и глухие. Красные, гласные. Главное играть в удовольствие и ни в коем случае не говорить ребенку, что, например, это буква Ж, да, это звук Ж. До школы мы учим только звуком, никаких Б, В, Г, Д нет. Б, В, Г, Д. Составляйте слова, играйте, и вы сами не заметите, как ваш ребенок научится читать.